Сургутский следственный отдел продолжает разбирательство сразу по нескольким уголовным делам после ЧП в реабилитационном центре «Добрый волшебник». Под следствием директор. Против него возбуждено дело по части 1 293 статьи «Халатность». Максимальная санкция – до 3 месяцев ареста. По аналогичному преступлению расследуют дело в отношении заведующей дневного отделения. Социальному работнику учреждения инкриминируют причинение телесных повреждений, не повлекших вреда здоровью в отношении малолетнего ребенка. Воспитателю «Доброго волшебника» Надежде Шанаевой предъявлены обвинения в совершении 2 преступлений. В настоящее время воспитателю, в отношении которого было возбуждено уголовное дело, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 238, и это оказание услуг, отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, а также пунктом В, части 2 статьи 112, это причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении лица малолетнего, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии.